Ребята, всем привет и приятного аппетита! По-моему, это случилось. Я нашел сигнатурку. Это герой с уникальной механикой, которую я даже немного недооценивал, даже много недооценивал, до того, как прочувствовал этого персонажа и начал на нем играть. Я за вчера сыграл 7 игр подряд на этом персонаже, выиграл 6. При условии, что играю я с мейна, и обычно у меня статистика на стримах 50 на 50. В общем, испытываю нереальный кайф от игры. Надеюсь, вы тоже его испытаете. Приятного просмотра. Сори, травман, болею за Веника. Давай, болей. Конечно. Болей против стримера. Сейчас мы тебе покажем болеть против стримера. Сейчас мы разберемся. Лучше фармила в доте, это ночью с профит, ребята. Сюда. Зачем-то мне вард дали. Мне особо он не нужен. Поехали. Это сюда. Это сюда. Куропатыч сюда. Окей, let's go. Не, ребят, походу я реально кайфую за фуру. Ну, то есть, вот это реальное чувство полного контроля того, что происходит в катке на 100%. Я фул регулирую, что будет происходить. Типа, да, куда будут идти противники и так далее. Это реально жесткая тема. Я заставляю их передвигаться тем, что в том или ином месте подпушиваю. Условно, это реально жестко. Варды пока не поставили никакие. Пойдем сюда. Здесь что-то тоже пока никого. Хорошо. Где все-то? Любопытственно. Это такой макроконтроль нереальный. Опа. Не добил. Опа, добил. Бежим сюда. Курочек больше не выведено. Изи фарм 25 каждый. Просто еще одну баунти залутал, ребят. Тупо еще одну баунти залутал на команду. Почему нет? Это сюда. Флип не реграем, поэтому у меня в статы. Поехали. Ребята, во вчерашнем видео я вам показывал вот этот вот свой винстрик в телеге с аналитикой. 26 на 7. И за вчерашний же день выдал еще 6 подряд заходов. Так что подписывайтесь на TravoBet, ссылочка в описании, все абсолютно бесплатно. Просто делюсь с вами своим видением киберспортивных матчей по доте, по Counter-Strike. И все. Вот, ссылка в описании. Поехали, минерыча будем пушить сейчас. Это их кор, интересно, или какая позиция? Как будто бы кор. Ну, непонятно. Кажется, что это фит пеньками, но противник столько теряет в это время и не мешает мне каесить, что очень важно, что это нормально. Пошло пробитие. Видите, он из-за пеньков отбежал. И он даже ренжу с ну, экспу с ренжевика не получил. Теперь можно обратно возвращать. Раним себе. Сюда поможем ободончику пенечками. Я зря взял второй скилл, кстати. На рефлексе каком-то. Вообще это шляпа. Сейчас ошибся пеньками. Линию держать надо было на месте. Выживаю. А вот теперь уже не зря взял. Телепортейшн теперь меня все устраивает. Это оставим тут. Это закупим, пусть будет. Фулрес и возвращаемся. Абадоныч там стакнул. У меня интересная новость. В своем телеграм-канале Сосиска Травомана я
разыгрываю 100 тысяч рублей. Потому что в это нелегкое время нелегко всем. И мне в том числе, да, отключили монетизацию на Ютубе, на Твиче. Но вы меня поддерживаете, вы заходите на трансляцию, да, донатите мне. И я в благодарность хочу поддержать вас же за то, что вы меня смотрите, за ваши позитивные эмоции, да, позитивные мысли. Вот, ребят. Так что спонсор этого розыгрыша я сам. И никаких условий тут по большому счету нету. Просто переходите по ссылке в описании на пост с розыгрышем, подписывайтесь на телегу «Сосиска Травомана» и нажимайте кнопку «Участвую в розыгрыше». После этого вы в деле и ждите, пока я вам напишу, если вы выиграете. Удачи! Неприятненько. Давай. Он второй пока только. Надо ему третий получить как-то. Ой, точнее, первый. Он. Чтобы он мог снимать сайленс там какой-нибудь Тэчеса условный, чтобы я мог улетать. Яд Веника. Совсем альтруистично, да, то есть вообще не получать эксперия от столения, я ведь вставлять мне тоже неправильно. Потому что, ну, левел на саппортах очень важен. И я бы лучше там имел на левел меньше, условно. Ну, а Бадоныч со щитком, который вот сейчас не умрет, и меня лишь раз подсейвит. Это важный момент такой. Если кто-то интересуется игрой на саппорте, то вот, извольте. Вам совет. Окей. Сюда-сюда. Появляемся на быстрой скорости передвижения. Мне не одинайли, я им одинайл. Глубокий вард пошел, поставил на Бадоныча. Сюда. Линию отталкиваем в свою сторону максимально. Линия оттянута, сидим, отдыхаем. Это еще что такое? Ладно, не хочу это тратить. Ну что, ребята, могу сказать. Фурион. По киллам чемпион. Быстрее всех других. Зарабатывает он. Ну, будет... А, потом чуть не умер от крипасов. Было бы забавно. Варк его зарешал, на самом деле, когда он поставил там по тылам. Он прям хороший варт отнул в тылу. Это сильно зарешало. Смотри, какой прикол. Вот у него на Абадоне 0 хп, но он может меня хилить. И сам не умирать. Прикольно, да? А раньше он умирал бы от такого. Один просто стоит, и ему норм. Так, отходим отсюда. A useless piece of pizza. Здравствуй, спасибо большое за 150, спасибо за трек. Давай послушаем. Слушается приятно. На мой взгляд. Ту-ру.
Чутка не хватило того типа забрать. Пушим, пушим. Маны по нулям, правда? Арканы почти готовы, хорошо. Сюда. Тупо на чили на расслабоне катаем, ребята. Обкатываем сигнатурочку будущую. Привыкаем к герою, так сказать. Поехали, работаем. Зафорсил телепорты в ботом, зафорсил миномансера. Т-6 надо убивать, он один. Беник дал ТП в ботом. Поехали. Your middle tower is under attack. Somebody ought to do something about that. Yeah, they really should. Приятная линия, в этот раз нас не задушили. В этот раз мы даже поддушили, я бы сказал. О, респект за такие подгоны однозначно. Этот фуловый паренек. Найс, найс, отлично. Кто-то там еще есть? Нет. Быстренько спушиваем. Дерева не хватило одного, чтобы 5 антов призвать. Ошибочка. Ошибочка, ребятки, вышла. Снова прешерю эту лайн. Отхожу чуть-чуть, когда респаун подходит таймер. А то сейчас какой-нибудь тейч спрыгнет. Спасибо, нам такого не надо. Гиролет пролетел. Ну, хорошо. Вышку стараюсь сделать так, чтобы она не динаилась. Надо, если сюда подъехал. Мне одному в боте некомфортно, на самом деле. А герокоптер-то вообще отсюда ушел. Окей, все в топе. Найс. Левел хороший. Это пока КД. Могу пролететь через секунду. Уже не нужно. Нейтралочки надо подолбить. Обычно меня с линии прогоняли пораньше, и я нейтралки выкачивал. А сейчас, видите, такого нету. И нейтралок у нас тоже поэтому нету. Сейчас очень много линий можно качать. Супер лайтово в этом плане. Успею добить? Успею. Ну там фулл хп. Там ничего не сделать. Сейчас посмотрим рунку. Рунка хосты. Окей. Он меня хотел на Сефе? Он и сейчас меня хочет. Можно ли его как-то добить, интересно? Нет, наверное. Окей. Сильный парень. Признаю. Вот хостой уважаемый человек. Надо вопрос ТП сделать. Так, Девс пострадал. Пока поношу. Конечно, не совсем то, чего мне хотелось бы, но пойдет. Вот ультой забрал героев. Крипчик, точнее, полно. Молнии готовы. Идем дальше. Чипидвест. Трасти щавель. Да что за шляпа дропается, ребята? Ну это вообще не серьезно. И ни в какие ворота не лезет, на самом деле. Я хочу здесь БКБ сразу. Или хочу сперва купить что-то интересное.
Ух. Вот там, конечно, похимичили с нашим Зевсом. Окей. Дарксир Ваганим выходит. В миде без перемен. Геролёточ в боте. Я могу в теории на него выйти? Просто надо это с кем-то делать. А я люблю музыку на стриме. Мадеры, подскажите, наш какой-то экшон наворачивался. Мат. Кто из Самары плюс в чат? Остальным соболезно. Офигеть, ни одной нормальной шмотки нет, короче. Ёперный ты дры. Ни одной. Давненько я такого не видел. Это надо сперва убить. Здесь как? Здесь чё? Поехали БКБ. Не, БКБ мне нравится. Там Тейчес, там вообще все магия. Куплю БКБ. Считайте, батя в здании сразу же. Потом все остальное закупим. Догоню, не догоню. Не похоже. А, русского мата здесь нету. Другой мы не регистрируем. Мы не носители. Чтобы в тонкостях чужого языка разбираться. Вот. Спасибо, 150. Спасибо за трек большое. Был бы тэпнуться, наверное. Пойду бот покачаю. Потом иншей можно не резнулись уже. Не знаю, у меня столько чувства, что мы в файтах послабее будем. Нам просто файтиться сложно. Именно позиционку выдержать как-то. Поехали это сюда. Это стакнем. Мы даже оба лагеря стакнули, отлично. Это надо дефать. Что ты там рычишь? Опа-опа. Размотали. Хороший врыв. Отличный тимфайт. Еще ульта Зевса отлично заехала. Потом надо стаки пойти забрать. На фуре очень удобно. Вот смотрите, я вот это качаю. Ни на одном герое больше я не могу после этого тэпнуться вот так вот и стакнуть. Это, ну, типа нонсенс. Это ультра офигенно то, что я делаю. Ты всегда не успеваешь стакнуть, а здесь ты просто смотришь, типа, о, время стакать. Телепорт. А я люблю музыку на стриме. Травыч, точка, салон тебе почему-то. Из Казахстана, точка, быстрее выздоравливай. Шард покупаем, шард очень важен. Я с шардом смогу сильно расталкивать линии. Мужик, что происходит? Типа, это я вообще-то стакал. You okay? Я же выживу. Должен. Табадон рядом. Классный трек. Этого отпинали там. А что это такое, мужик? Сюда лут. Че думал, вышел? Ты забыл, против кого играешь? Это Эль Фуриону Ману. Длинновато, нет? Не кажется или нормально? Че думаете, ребят? Эль Фуриону Ману. Красиво, красиво, но длинно. Травафур. К
Как-то стрёмно. Вообще не то, мне кажется, подразумевается. Дубль демидж, восхитительно. Фармимся. Классный трек играет, спасибо. Спасибо за музычку. Пойдем стакнем иншей, закачаем, БКБ будет готово. После этого клип мира выйдем. На подходы, пожалуйста. Спасибо. Чтоб точно никто не вернулся. А то вижу хулиганов тут порядочно. Куда-то они возвращаться собрались, понимаешь. Сейчас нейтралочек навыбиваем. Я сразу дропаю эту штуку. Я просто позитивно мыслю, ребята. Я уверен, сейчас дропнется что-то, что мне подойдет. Вот это уже оно, кстати. Но сейчас БКБ еще будет. Не торопимся. Пипец, мои крипасы быстро отлетают, конечно. Купил зейт слабовато. Не, штучка на урон вообще найс. Это оставляем, это тараним себе. Тэпка откатывается, вышечка падает. Какая красота. Опа, вард нашли. СФ пролетел. Значит что? Значит СФ не будет здесь, правильно. Ну-ка сюда. Поехали-ка на базу. Чё-то много всего на нас накидали. Но все нормально, вышли хорошо. М? 18.30. Это все еще в боте, наверное, играют. Пофигу, качаемся тогда. Глипнир добираем. Хотя вот этими вот, ну они здесь явно лишние. Вот ими можно бежать и пушить. А вот это мы стакаем. Веномансер. Вроде фортик собирает. Окей. Кач, ребята, качаемся. Там СФ будет очень больно бить. Надо будет купить кирасу против него. Купим кираску, будет вообще огонь. Инвиз, да, у типа? У нас решим он из инвиза, нас еще не шотнул. И дасты купить, кстати. Здесь можно покачаться. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Привет, Тимур. Спасибо за позитивный контент. Оцени трек. Ждем. Вылупляемся. Спушиваем. Поехали. Привет. Потеряли сирену, это не страшно. Забрали вышку, взорвали размен. Играя на фуре, твой ник открывается с новой стороны. А, кстати, да. Есть такое. Я уже в топе. Ребята, забрали бот вышку. Мы открыли лимит, это гораздо важнее. Я успею уже качнуть иншей? Вроде должен. Таранимся шмоточки. Фармим стаки. Много народу в боте играет пока что. Инвиз? Да, пожалуй. Универсальная тема, ребята. Тем более, если в команде нет инвизеров. Вот тогда вообще играет яркими красками, я бы сказал.
Довольно плотный Нагира. Я его не пробью, я думаю. Ух ты! А я люблю музыку. Зев скачается. Привет из Украины. Подсел я на тебя, Тимурка. Смотрю каждый день. Не могу остановиться. С первым. Пойдем здесь покачаемся. Эльф Урена вперед. Так, ребятки, сейчас всем все отвечу. Спасибо большое. Мне пока на фуре очень непривычно. Раньше вот я на Тетчисе тоже по макро постоянно думаешь, но на опыте уже, знаете, можешь как бы это самое. Отвечает там все туда-сюда. Я пока вот на фуре еще такой стадии не достиг. Я к ней буду идти, конечно, но... На фуре я пока думаю, когда играю. На автомате еще все не происходит. Так что я все отвечаю, но когда умираю. Умираю я редко. На фуре не умираю я редко. Выходим, он с шардом уже, да, с шардом. Ну и хорошо, меня там уже нету. До свидания. Такс, 37. Летим тогда сюда вот так. Закупаем. И будем выкачивать аншей. Поехали. Ой, какие треки играют классно. Вообще улет, ребята. Привязка от Спраут. Рош. Читаю. Я, понимаете, ничего не предвещало, но я понимаю, что там, ребята, падает Рошан. У меня есть такое понимание. Портал нажался. All on the floor. Give me some more. Тапки не хватает. Ща копим. Кто здесь батя в здании? Ты на кого руку поднял? Опа, следующий. Погнали, Рошана, ребята. Легчайшая для Травопурыча. Вперед. Пау. Опа, забираем. Смекта. Блин, как же жестко. Я не знаю. Это просто нереально. Ни на одном герое же такого не было. Я еще и бот скушал потихоньку. Вот кто смотрит стримы, вы же видели, я вот последнюю неделю перебирал героев, у меня даже близко ни на ком такого не было. Что я просто целый день в нулище укатывал, в нулеваторское. А Вирага та же самая, те же 4,5, но здесь я вообще просто не ощущаю типов на Курионе. Просто двигаюсь. Двигаюсь и жалю. Поехали дальше. Качаемся. Кираску покупаем next. Обсуждали правильно. Герлет фулл хп, я не хочу, наверное, на фулл хп лететь. Хочу 25-й апнуть. На 25-й минуте хочу апнуть 25-й, ребята. И с ним уже урабатывать по-жесткому. Там мне уже пофиг будет на временные рамки, границы. Мы станем повелителем времени и пространства. Качаемся. БКБ собирает, хорошо. Он еще и мамец купил, чтобы я ему побольше дамажил. Красота. Enroute.
Give me. За ним стоят, скорее всего. Ну, я команда пока ничего не форсит, тоже ничего не буду форсить. Фармим, значит фармим, правильно? Змейка встала. Не, БКБ тэп аут. Не буду БКБ, очевидно, не жмем. У меня Егис, кстати, я забыл. Go fight, go fight. Только... А, я не туда тэпнулся. Бывает. Тогда отмена файта. Но мы все равно их не цепляли. Только если бы я на морально-волевых залетел куда-то. Это плохая, кстати. Гиролет улетел. Go fight, но Джайро. Джайро тип аут. Го-го-го-го-го. Отлично. Вы видите, насколько идет читка карты? Просто насколько. Герокоптер в боте, все, полетели. Просто погнали, мы знаем, что делать. Это наш клиент. Я дождусь, пока я куплю там еще вторую ядерку Гераса. У меня минута до Эгиса. Go push. No Venomancer. No ult. I have Aegis. Wanna fight. Поехали. Крипов нету. Опа. Не, чувак, БКБ не БКБ, ты сам понимаешь, я на точку нажму, и все сработает. А вот и крипасы появились. Он меня просто не пробил. Даже Аегис не выбил. Без СФа можем, кстати, пушить дальше. По идее. Хорошо. Отличненько. Отлично, ребята. Поехали дальше. Просто пушим, правильно, просто пушим. Просто здравствуй, просто как дела. Тык-тык-тык. Зафорсили байбек. Ну и на этом меня все устраивает. На этом этапе уже можно просто выйти. Сейчас это себе принесем. ТП у меня без КД. Захвачу аутпост, чтобы по макро нас раскрыть получше. Это сюда, потом дадим ТП на базу. Возьмем рецептик. Все-все-все и поедем дальше. Это сюда, майнбрейкер хочу. Это я хочу определенно, давай. Офигеть, тир 3 шмотки, у меня 26-й. Что еще происходит? Сейчас проверим, есть на Vision заодно. Вижена нету. А Виномансер есть? И Виномансера нету. То есть нет ни Вижена, ни Виномансера. Окей, учтем. Поехали качаться. Паладин, наверное, не хочу. Хотя сатане какой-то, в принципе, мне радуется. Купить. По большому счету. И слайвер. Блин. Ну ладно, убиваю я врагов и так. Давайте просто на хп возьмем. Хотя лучше тогда вот это взять. Объективно. Это больше мне даст. Могу себе позволить, знаете ли. А что, что-то имеете против? Такого фарма? Теперь сюда. Теперь сюда. Поехали, поехали. Бедная куропатка. Вот кого мне жалко в этой игре, так это курочку. Типа вот девчонки вообще непонятно, куда лететь, куда податься, где меня ловить. Такого неуловимого мстителя. Подождите, экшен стоит.
что у меня с ребятами? Поехали отсюда. А здесь еще с типчиком. А фонарить просто не встать. Че, иншей покачаем? Поехали. Значит, покачаем немного иншей. Это подолбим. Че купить? Хекс, наверное. Урон от вагон, не главное, чтобы цели не уходили. Это сюда. Хекс выглядит солидно. Или сатаник. Но аджор у меня уже есть. Поэтому зачем мне это? Лучше куплю хекс и раю надежно. Let's go. Рошанчик его подцепить где-нибудь. И добил же, да, всех? Да. Сидим, качаемся, ребята, никуда не торопимся. Вся карта в нашем распоряжении. Сейчас будет хекс и будет мясо. Теперь сюда. Фурион, Фурион, по парму чемпион. Быстрее всех голду зарабатывает он. Хочу хекс. И бай, наверное, на самом-то деле. Детекшн есть? Нету. Вы поняли, да? Я отгородился от СФа. Умру, не умру сейчас. Не умру. Просто в соло. Я не знаю, что это за персонаж. Что это такое вообще? Как против него играть? А что им делать? А какие вообще советы можем предположить для этих товарищей, бедняк? Я не знаю, это просто что-то с чем-то. Поехали в сторону забирать. Зафорсили глифу, отлично. Нашли на что глиф тратить, ребята. Тихо. Поехали. Тут виномансер. Сюда можем тэпнуться. Отсюда можем улететь. Что у меня по баю? 1300, чтобы с баем купить. Поехали. Пойдет же дальше на веники? Не, не стал. Ну окей, качаемся. Надо Рошан забирать. А, Горошин. Поехали. Ребята в очереди не могут бить. Пока что чего-то ждут. Че, переложим тапок, наверное? Я особо не бегаю. Как будто. Или БКБ. БКБ переложил бы. Тапок все-таки нужен. Типа в ластфайте я бы, наверное, не смог нормально спозиционироваться. Шарт. Тейк шарт. Пойдем допушим. Просто могу, поэтому убиваю. А что он мне сделает, я не знаю. Я особо вариантов не вижу. Вижу здесь некий намек на тимфайт. Но там гирокоптер. Ноу джайра, купуш. Сюда. Я с Эгисом.
Кто сильнее, давай. Тихо. Я на базу, ребята, на захил. Ща вернусь, спокуха. Спокойно. Не думайте, что я вас покинул. Сейчас все будет. Пойдем допушим. Ну, мне кажется, тут понятно, кто сильнее. Мы уж не будем ждать конкретного ответа противника. Че уж его разводить на неприятные впечатления. Мой клиент. Слишком близко стоял, сами понимаете. Ну, куда это годится? Там гирокоптер встает. Давайте не будем трон. Давайте вот так потихонечку. Это сюда. Следующая сторона. Делаем потихонечку мегасов. Технично работаем. Аккуратненько. Можно разультиться, чтобы никто не это самое не возбухал. Все, теперь отсюда уходим. Мегасов наделали. Еще СФа нету, можем и подраться, кстати. Неплохо так довольно. Мне не нравится эта драка, я пошел. Мне не понравился файт, ребята. Я ничего плохого, никому не это самое. Просто что-то как-то не очень. Пойду покачаюсь. Шмотки нейтральные надо выбить. Тир 4 опять же. Угу. Ой, какой у нас тут пупсик живет. Ракетка. Не хочу ждать его команду, выйду. Не БКБКД. Лучше так. Так, что мы имеем? Ракетка меня преследует, но я от нее убежал. У меня денег в вагон просто. Давайте купим сатаник, наверное. Чтобы я мог просто 1x5 файтиться и не париться. Ту-ту-ту-тум. О, партизан. Ой, партизан. Хитро. У них там вижен, может быть. Вместо чего? Глипнир контроль дает. Вместо тапка. А че, нейтралка какая-нибудь будет суровая? Такая, знаете, что прям вообще. Поехали сюда пока что. Пока мне моя нравится больше всех. Майбэк надо держать обязательно. У меня так-то покупать ничего особо нету. Потому что что-то куплю, у меня не будет бая. Это забираем. Идем сюда, это забираем. Угарный герой. Ничего не скажешь. Ребята просто тусуют на базе всей толпой. А чё, реально нет ни одной нормальной нейтралки? Вот это хорошо. Наверное, ну хотя. Ну типа вообще шляпа какая-то. Чёрт, я даже хз. Ладно, нет, моя получше будет. Гоиншей покачаем пока что. Ну враг зажался. Надо ждать, пока он выкурится сам. Куда-нибудь. Или ловить какой-то ультраклассный момент. Показалось. Поехали сюда. Ай-яй-яй-яй-яй, заблочился спор. Ну, мне пофиг, мы фармим в разы больше. Можно здесь еще Рошана подождать, в принципе. Здесь главное избыточно не лезть на врага. Туда-сюда.
Ай! У меня тут БКБ было, черт. Вышел, вышел. Я нажал сатаник вместо БКБ. Грубо. Ух ты! А я люблю музыку на стриме. Выйду, не выйду. Рампа под электрика для клипов. Там миномастера нету, мы в преимуществе надо идти. Они бы просто с кого цеплять. Electric. We are electric. А где СФ-чик-то? Под нами? О, разультился. А, нет, показалось. Пушим, пушим. Там байбеков нету, типов. Ну ладно, go fight. Сюда, пупсички. Сейчас покажу вам немножечко урона. Показываю демедж, ребята. Показываю, показываю урончик. Сатаник подрубил, думаешь, сильнее? А если я? Тьфу, там энты запушили. Укатаны в нулище, ребята. Ё-моё, я кайфую с Фуриона. Это просто герой нереальнейший.